Это персики второго поколения. Им уже где-то порядка 8 лет. Они перенесли кардинально обрезку. Вот эти крайние. Это белый сорт, который очень дал в этом много году. И мама сказала обрезать кардинально, потому что поломались ветки частично. И убрать из-за того, что просто-напросто плодов было столько, что аж его от такой нагрузки ветки ломались. Дальше вот эти вот персики, я их еще буду кардинально обрезать, макушки, потому что мне не надо, чтобы они вверх росли, чем шире вверх. Вот эти три ветки, вот это и вот это, у меня белые сорта, и вот это красный персик. Да, он тоже плодоносит, он как бы понемногу растет, но при этом он дает хорошие ветки и дает, сейчас вот на данный момент средний вес персика на них составляет около 400 грамм, блин, что довольно хорошо и вызревать успевает. Вот это три ветки белого, он растет очень сильно, сильно этот рост идет, его надо обрезать кардинально. Вот эти центральные я, наверное, уберу полностью, оставлю боковые, но опять же боковые придется обрезать из-за того, что скорее всего, в этом следующий год он даст очень много урожая. Как бы. И виноград еще не обрезал. Виноград буду обрезать весной. Оставлю так на беседке. Что там, везде, блин. И потом уже будет видно. Вишни тоже, блин. Но вишня уже из ряда в ряд. Нормально. Инжир. Чтобы было видно, подойду поближе. Как бы. Вот они. Я уже обрезал макушки, потому что они бывают вымерзают. Ну а мне на чебуки пойдет. Короче, куст уже большой. Я его не обрезаю. Оставляю в таком состоянии. Он у меня не вымерзает, выдерживает. И нормально растет. И дает ранние плоды за счет того, что я не обрезаю эти. Как видите, плоды зеленые сорвал. Которые не дозрели, не успели вырасти. Из-за того, что они на следующий год будут тянуть этот, сейчас вытягивают с растения самого, с дерева, вытягивают питательные вещества, чтобы просуществовать до весны. И весной, как обычно, они просто до конца не отходят, они остаются такими маленькими, и они не вызревают, а сок на себя берут. Обратите внимание, вот данный вид инжира был кардинально обрезан, и остался только ствол. От него это сделали соседи. Оставили вот эти пеньки. Остальное все вырезали. Посчитали, что так лучше. Он за год дал прирост, блин. Ну, как сказать, метра три высоту он вырос, блин. Полностью поднялись кусты. Но плоды так и не успели завязаться. Потому что они обрезали кардинально. И в этом году у них инжира вообще не было. Это характерно тому, что, блин, когда сильное питание и рост начинается сильно, но плоды, поскольку верхушки не были не обрезаны, ничего, плоды остались на зимовку, и они не вызрели. Только начинали подходить зреть, и ударил мороз. Это вот такие прекрасные деревья. Если бы сейчас они были бы целые, их просто надо было прорядить, и они бы дали очень замечательное большое количество урожая. Тут три мощных таких куста, блин. Короче, и вообще, это вообще капитально, блин, листва уже почти осыпалась. Надо еще ободрать будет им плоды, чтобы он дал в следующем году. И немного прорядить там, чтобы нет-нет ветки убрать. И тогда будет урожай хороший. Вот у меня остались еще плоды, я не успел дойти до них. Как бы я их все равно уберу, чтобы на зимовку он зашел. Как бы вот они все, красота эта, которая не успела вызреть. Поскольку тоже куст был чуть-чуть болел, пострадал, его пересадили в прошлом году сюда. И у него этот, пока укоренилась корневая система, но при этом он очень хорошо потом дал рост. Тоже не успел нормально отойти, плюс апрельские морозы, и ситуация произошла, что он не дал урожай. Как бы, ну вот сейчас мы хорошо видим, что они легко опадают, плоды. Они, если их оставлять, они будут еще тянуть сок на себя в более теплое время, потому что это все равно живые они. И при этом чуть-чуть мороз дал, листву обило, а они, как бы вот оно, отламываешь. Там внутри еще вон зеленое, чтобы было видно конкретно. Там зеленое, которое питает эти растения, питается со ствола. Что нам очень нехорошо сказывается потом на зимостойкости
данного вида инжира, блин. А так он хорошо выдерживает до минус 12-15 градусов. Это вот пересадка, вот тоже в это слабо прижились. И как-то так.